Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с парнем 2 месяца, знакомы 4, говорит, что любит, никогда так сильно не любил до меня. Я ему верю, знаю его, о его прошлых отношениях, ничего против не имею, не упрекаю, не вспоминаю. Но внутри меня съедает неуверенность в себе. Я должна быть счастлива, если человек со мной открыт, любит, лелеет и хочет со мной будущего. После моего последнего вопроса о прошлом спросил, если он на мне женится, эти вопросы о прошлом закончатся. Он имеет серьезные намерения, но из-за внутренних конфликтов в себе я не могу ему довериться. Не могу любить, не могу поверить, что меня можно любить больше. И не так, как раньше. Он не скрывает своего прошлого, не закрывается, но я понимаю, что ему неприятно, что я в этом копошусь постоянно. Я сама не хочу в этом рыться, я не знаю, чего я хочу добиться, но из-за такого поведения я сама отталкиваю себя от него, именно себя. Возможно, этот человек не так важен для меня, если я даю своим чувствам волю. Я хочу иметь отношения с человеком этим, хочу быть с ним, помогите разобраться, важна консультация. Нет, ну... Если важна консультация, выбираете специалиста и начинаете работу. Это первое. Второе. Встречаюсь с парнем 2 месяца, знакомы 4. Это, мягко говоря, небольшой срок. Ну, я имею в виду для отношений это небольшой срок. То, что вы спустя 2 месяца уже активно интересуетесь его прошлым, вот, и активно в нем, как вы говорите, копошитесь, вот. Но, на мой взгляд, это говорит о том, что вы себя пытаетесь обезопасить, вот. Да, вопрос заключается только в том, обезопасить вы себя пытаетесь от чего? Это такой, на мой взгляд, прямо интересный момент. От чего вы пытаетесь себя обезопасить? Ну, конкретно я имею в виду, от чего? Вот. А чего вы боитесь? Вы боитесь измены, боитесь, что вас бросят, вот. От чего вы пытаетесь себя обезопасить? Это вот, на мой взгляд, первый момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Ну, потому что это весьма важно, как мне кажется. Вот. А следующее. Следующий аспект. Вы говорите, что он любит вас, никогда так сильно не любил до меня, я ему верю. Вот. Здесь есть ощущение, что вам важно, чтобы любили вас. Вот есть такое у меня чувство. То есть, если есть такое ощущение, что вам очень важно, чтобы вас любили. Вот. Не вы, а вас. Вот. Ну, то есть грубо говоря, чтобы вам как бы, ну, демонстрировали, вот, то, что вас любят, как будто бы, вот как будто бы, то, что вам доказывали, что вас любят. Вот. А почему и как эта ситуация становится возможной? Вопрос, конечно, интересный. Как вы приходите к тому, что вам важно, чтобы любили вас? Ну, опять же,
Скорее всего, потому что вы обесцениваете себя. Сами себя обесцениваете. Вот. Как вы сами пишете. А что чувствуете к человеку вы, собственно, сами? Дальше. Вы пишете, зная о его прошлых отношениях, ничего против не имею, не упрекаю, не вспоминаю. Ну, в этом же тексте вы несколько противоречите сами себе. То есть на самом деле весь ваш текст это противоречие тому, что вы написали только что. Вот. Извините, но это так. Вот. То есть вы пишете, что не вспоминаете, да, вы пишете, что не говорите об этом. Вот. Но вы так пишете. А в то же время вы говорите, что вы в этом копошитесь там и так далее. Вот. Так вы не вспоминаете или копошитесь? Но вы как-то определитесь, что ли? Вот. Потому что если вы копошитесь, но это одно, вы копошитесь, вы интересуетесь. Вот. Говорить о том, плохо это или хорошо, мы не будем сейчас, ну вот, сейчас. Мы не будем в это вдаваться. Но нужно определиться. Как минимум. Вот, а то получается несколько двояко создается впечатление. Дальше. Изнутри меня съедает неуверенность в себе. Пишите вы. Да, а неуверенность в себе от чего? Как вы понимаете, что это неуверенность в себе? Вот. То есть эта история про что? Это история про, ну, про сомнения какие-то. Это история про, про страхи какие-то. Вот. Про что это? Ну, про что это? Про что это? Вот. Давайте попробуем на это тоже обратить внимание. То есть есть сомнения? Да. Вы не уверены, вас, значит, съедает неуверенность в себе. Вот. Понятно. А эта неуверенность в себе, она в чем? В своей ценности, в вашей ну, привлекательности, вот. В чём? Вы сомневаетесь в себе. Вот. Что у вас, по вашему мнению, такого, вот, что мотивирует вас сомневаться? Было бы очень интересно это поисследовать. Дальше. Я должна быть счастлива, что человек со мной открыт, любит, лелеет и хочет со мной будущего. Ну, может быть, вы и должны быть счастливы, но вы не счастливы. Причина, по которой вы не счастливы, может быть только одна. Точнее, несколько причин, может быть. А первая причина,
заключается в том, что нет гарантий. Ну просто вот нет гарантий. Того, что это будет всегда так. А второе, это то, что возможно, вам хочется большего, возможно, вам хочется, чтобы к вам как-то вот относились не только как вот к такой женщине, да, к девушке, например. Но, возможно, вам хочется, чтобы к вам относились как к личности. Ну, возможно. Я не уверен. Я просто говорю о том, что возможно. Вот. Так что, понимаете, тут тоже могут быть варианты. Ну, вот. Вас это пугает. В любом случае. Вам это не нравится. То, что человек вот с вами, так скажем, искренне. Ну и не придает уверенности вам то, что у него ну, было какое-то прошлое. Вот. И опять же, вот вы пишете, после моего последнего вопроса о прошлом, он спросил, если нам не женится, вопрос о прошлом закончится. Но вы сами говорите, что вы ничего против не умеете, не упрекаете и не вспоминаете. А за что здесь можно было бы упрекать? Такой у меня вопрос появился. За что бы здесь можно было бы упрекать? То есть вам, получается, хочется упрекнуть? Вам, получается, хочется предъявить. То есть это что? Это подавленная агрессия, получается, у вас, я имею в виду. То есть вы как-то, получается, обижаетесь на человека в глубине души за то, что у него прошлое. Правильно ли я понимаю этот момент? Или нет? Вот давайте постараемся ответить на этот вопрос. По возможности честно. Да? Вот. Попробуем ответить на этот вопрос. Вам, ну, раз вам хочется его упрекнуть. Значит, какая-то агрессия есть. Получается. На него. Вот. Ну, было бы очень интересно увидеть, какая. Было бы очень интересно заметить, что именно вы чувствуете. Вот. Просто вот, если просто, ну, просто пофантазировать. Дальше. Он имеет серьезные намерения, но из-за внутренних конфликтов в себе я не могу ему довериться. А что значит ему довериться, Виктория? А довериться ему это как? Ну вот, опять же, буквально. Как это ему довериться? То есть взять и буквально верить ему в себя?
Вот. То есть начать полностью на него полагаться, это не про доверие больше. Это про зависимость. Доверия здесь очень мало. Доверие здесь только до тех пор, пока человек оправдывает ваши ожидания. Если ожидания он ваши оправдывать перестанет, ну по какой-то причине, вот, то все, доверие пропадет, вам будет больно. Вы это знаете, и поэтому вы не можете ему доверять из-за своего страха. Но этот страх, как мне кажется, вполне естественен, Это естественный и нормальный страх. Потому что полностью человеку доверять нельзя и не нужно. У вас есть ваша ответственность за вашу жизнь. И вы несете её. Ну, как бы, вы отвечаете за свою жизнь. Вы. А не он, я имею в виду другой человек. А получается именно так сейчас. Поэтому ваши опасения реальны. Вы их пытаетесь побороть, чтобы ну, довериться человеку. А на самом деле побаловать их не нужно. На самом деле нужно посмотреть, что вы чувствуете к человеку, да? Что вы к нему чувствуете. Именно вы сами к нему что чувствуете. Вот. Это первое. И второе, чего вы сами хотите. Ну, по жизни, я имею в виду. Вот. Не с ним, да, а вообще вы сами. Вот вы сами. Куда хотели бы двигаться? В своей жизни. Вот. Куда вы идете в своей жизни? Вот такая вот история. А у вас сейчас разговоры идут про что? Про свадьбу, да, и так далее. Это, конечно, хорошо, что такие разговоры идут, это неплохо, но это не отменяет того факта, что у вас есть свой путь, который вы игнорируете, получается. Вот. Игнорируйте только потому, что хотите, именно хотите полностью довериться человеку. Ну вот, как вы это описываете. Понимаете, да? Это рождает тревогу, естественно.
Так, не могу поверить, что меня можно любить больше, не так, как раньше. Ну, что такое не так, как раньше, я не понял. То есть, тут вот использование такого временного аспекта для меня несколько неясно. Ну, мне несколько неясно показалось использование такого временного аспекта. Вот. А то, что вас можно любить больше, то, что вас можно любить больше, это, на мой взгляд, ну, такая, знаете, я бы сказал, принципиальная ошибка. Вот. Почему? Потому что нельзя кого-то любить больше или меньше. Это невозможно. Каждого человека можно любить по-разному. Понимаете? Именно по-разному. И вас любят по-разному. То есть вас любят именно по-разному, именно так, как можно любить только вас. Вот. А вы говорите больше-меньше. То есть тут, конечно, вот, на мой взгляд, история про то, что вы, ну, меряете себя, как бы, таким вот оценочным, сравнительным критерием. Вот. Что, на мой взгляд, весьма грустно. Вот. Очень грустно. Это. Потому что вы, на мой взгляд, достойны большего, конечно. Дальше. То есть вы не любите себя. И вам, получается, сложно себя принять, сложно себя не отвергать и не обесценивать. А он не скрывает свое прошлое, не закрывается, я понимаю, что ему неприятно, что я в этом копошусь постоянно. Вот опять же, противоречие с тем, что вы писали ранее. Я сама не хочу в этом риться, не знаю, чего я хочу добиться. Оттолкнуть его от себя, разрушить отношения, потому что вы считаете, что недостойны их. Вот. Вы считаете, что вы недостойны отношений. Вот. И вы считаете, что если вы вот как-то, ну, грубо говоря, в отношениях будете, да, вот, то обязательно случится что-то плохое. Ну, то есть, например, вас бросят, да, вот, ну, к примеру, вас бросят, вас оттолкнут, вас оставят, вас предадут, вот это история. В этом ключе, в этом ключе, вы мыслите, и отсюда ваше желание отношения разрушить. Вот. Показать человеку, какая вы, вот, что вы плохая, вот, что с вами быть с вами не надо. Вот. Что ничего хорошего
из этого не получится. Вот. То есть цели здесь довольно-таки прозаично. Вы их, конечно, возможно, отвергаете сейчас, вот, но на бессознательном уровне вы делаете именно это. Вот. И, конечно, это очень тяжело. Естественно, само собой, это очень тяжело. Это очень трудно и изматывающе. Это правда. Вот. Поэтому, конечно, вы в этом смысле большая молодец. Вот. Что обратились за помощью. Консультации вроде бы хотите. Вот. В этом смысле, да. В этом смысле вы молодец. Вот. Правда, вы еще не начали работать над собой. Вы только вот вроде как себя собираетесь, но я надеюсь, что до этого дойдет. Так или иначе. Дальше. Я сама себя от него отталкиваю. Чем? Тем, что человек этот не подходящий. Для вас не подходящий. А чем он для вас не подходящий, простите? Ну вот просто что в нем не подходящий. То есть у него есть прошлое, которое вас заставляет сталкиваться с чем? С тем, что себя нужно как бы снова и снова оценивать, что вы не единственная. Но в то же время этот человек дает вам любовь, в которой вы тоже нуждаетесь. И вот ваше противоречие, что называется, на лицо. С одной стороны, я хочу любви, и нашла того, кто любовь мне дает, ту, которую я так хочу, вот, и в которой так нуждаюсь. С другой стороны, пребывание с этим человеком мне постоянно требует от меня столкновения с тем, что я какая-то не такая, я не единственная. Мне есть угроза. Угроза для меня. Далее, возможно, этот человек не так важен для меня, если я даю своим чувствам волю. Да, на самом деле, да. Тут я аплодирую вашим размышлениям. Человек для вас действительно не так важен. Важно то, что он вам может дать. И важно то, что вы можете от него получить. Важно то, с какими конфликтами он вас сталкивает, но не он сам. Вот. Лично я думаю, что, да, вы это подтверждаете тем, что пишете, что хотите иметь с этим человеком отношения. Вам важнее отношения, чем сам человек. Потому что отношения должны быть определенными. А когда мы видим только человека, отношения, характер отношений, нас волнует не так, чтобы сильно. Хочу быть с ним. Для чего? Чтобы что? Помогите разобраться. Надеюсь, что помог. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.